Здравствуйте, представляю ваш внимание лот номер 2. Лиен Франкель, микс плюс, 30% дефект, микс мужской и женский. Рубашка с принтом, на пуговицах, короткий рукав, на клепках точнее, в размере XL. Футболка светло-серая с принтом, размер XL. Толстовка в черном цвете с капюшоном, завязками. Внутри теплые на флисе, 2XL. Джинсовка женская. На пуговицах карманы в размере S. Курточка в черном цвете с капюшоном на осень-весну. Рукав резинка, снизу тоже на резинке. Нагрудный карман на клепках, застегивается на молнию в размере L. Прямые джинсы, карманы молния, сзади тоже карманы. V26 или V27. Зауженные черные джинсы с потертостями. Молнии, две пуговицы, карманы спереди, сзади. V24, L29. Джинсовый комбинезон на пуговицах с карманами в размере M. Джинсовые шорты с карманами на молнии. Сзади тоже карманы в размере V34. Толстовка, размер M. Прямые джинсы в голубом цвете с потертостями, карманы, молния. Сзади тоже карманы V29 или L29. Прямые джинсы темно-синего цвета, карманы молния, сзади тоже есть карманы. V34, L29. Толстовка в темно-синем цвете, в размере M. Прямые джинсы в голубом цвете, есть потертости, карманы молния, сзади тоже карманы. В размере V28, L31. Толстовка бежевого цвета, капюшон завязки с принтом, теплые внутри на флисе, в размере XL. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.